Девчонки, приветики! Сейчас будем мерить паричок из натуральных волос европейского качества. В такой вот на сеточке. Вот такие вот силиконовые ленточки. Будем сейчас мерить. Красивый очень цвет, такой вот пепельный, светло-пепельный. Сейчас очень популярный. Померяем. Себя отрываем хвостик. Какой красивый цвет, вообще балдежный такой. Имитация кожи головы, нужно надеть парик. Так, аккуратненько. Смотрите, какая красота. Очень красивый. Я люблю немножечко, чтобы он не падал на лицо, так я люблю, когда у меня лицо более открытое. Поэтому в таком случае нужно зафиксировать лаком парик. Прекрасно. Такой красивый цвет, обалденный просто вообще. Длина такая, он длинный, но практичный. Цвет просто шикарный, такой вот холодный. Ну, тяжело, конечно, сделать со своими волосами такой цвет. Нужно много экспериментировать. Здесь он уже есть. Готовый паричок ждет твою обладательницу. Такого красивого цвета и парика. Посмотрим, как же будет с заколочками. Можно носить заколочки, такой парик можно крутить, выравнивать, сделать более объемным, пробор можно сделать другой. Новый паричок, эксклюзивная моделька, такая вот, с таким красивым оттенком волос, цветом. Можно носить, конечно же, и заколочками, и можно и бантики, и все, что вы пожелаете. Заплетать колоски на таком парике тоже можно, делать хвостики, в общем. Все так, как вы любите носить, так как вы ухаживаете за своими волосами. Также нужно и ухаживать за париком. Любить и носить. Девчоночки, если есть вопросы, пишите в комментариях. Я с удовольствием отвечу на них в следующих видео.